Подпольный и горный клуб накрыли в Петропавловске. Он более полугода работал в одном из самых оживленных районов краевой столицы, на улице Лукашевского на силуэте. Когда в клуб нагрянули полицейские, представители Следственного комитета и краевого УФСБ, в одном из игровых залов находились 15 игроков, во втором – 7. Стражи порядка изъяли дневную выручку, 33 единицы игорного оборудования и документацию. Как было установлено, нелегальную деятельность организовали трое жителей Петропавловска. 43-летний и 32-летний мужчины и 36-летняя женщина. Против подозреваемых возбуждено уголовное дело. Им грозит до 6 лет лишения свободы.